полковник российской армии Александр Бузинов делает свои прогнозы, исходя из данных науки, корни которой уходят в астрологию. А прогноз академика Виктора Новичкова вообще основан на ясновидении. Астрология и ясновидение – вещи, конечно, абсолютно разные, но что их объединяет – это четкий прогноз событий. И главное сходство – массовое убеждение, что и то, и другое в лучшем случае мошенничество. Но в закрытых военных институтах они исследовались очень серьезно. И герой Советского Союза генерал Антошкин открыто признает, что постоянно работал со специально отобранной группой ясновидящих и астрологов. И именно Николай Антошкин остался единственным командующим ВВС Московского военного округа, у которого за 2 года не произошло ни одного серьезного ЧП. Люди, с которыми я стал общаться, они не только по этим дням, они даже каждый факт подсказывали. Мы останавливали полеты определенных самолетов в Кубинке. Я лежу, болею вроде то же самое. Он мне говорит, у вас должен вот взлететь в Кубинке в субботу самолет, летчиков развозить по аэродрому. Этот самолет разобьется. Даю команду, звоню на СКП, начинает проверять. Экипаж сборная «Солянка», как мы называем. Да, планировали летчиков в Джубе, которые на выживание были, проходили там адаптацию выживания. Их оттуда привезли, должны были по аэродрому. Да, Ан-12. Мы его не выпустили в полет. Факт, видите, не состоялся. И таких несостоявшихся фактов много. Вот Григорий Петрович Гробовой, Виктор Николаевич, Тимофеевич уже сам. Виктор Тимофеевич Новичков, Ольга Васильевна Павловская-Хохлова, еще люди, которые последние годы все время снабжали информацией, предупреждали и по наземным, и по воздушным этим делам. Но все же, какие доводы приводили высококлассному летчику и более чем уважаемому в летных кругах генералу? Как именно действует ясновидящий, совершенно не разбирающийся в устройстве самолетов? Об этом вы сейчас услышите от одного из членов той уникальной группы, которого, кстати, Николай Тимофеевич Антошкин только что представил, члена-корреспондента Российской Академии Естественных Наук Григория Гробового. Зрение ясновидческое, так скажем, условно я так его называю, или скрытое зрение, иррациональное зрение, так можно назвать, оно дает характеристику в том числе и внутреннюю, вот как здесь вот расположен, например, салон. Также можно посмотреть любой агрегат. Также можно посмотреть конструкцию обшивки с точки зрения молекулярных структур. То есть можно любые дефекты, трещины и, значит, возможные дефекты, которые могут развиться в будущем, их тоже видно. То есть формально модель ясновидения, то есть восприятие мира с точки зрения иррационального, так сказать, ясновидческого, значит, это реакция, так скажем, она может также хранить информацию о будущих событиях. Одним словом, верить, конечно, трудно, но вот документы. С 91 года Григорий Гробовой занимается экстрасенсорной диагностикой самолетов национальной авиакомпании Республики Узбекистан. Цитата. Работу по прогнозированию экстрасенс проводил на расстоянии 50 метров от самолета. Сухие таблицы из 4 граф. Тип самолета, бортовой номер, экстрасенсорный прогноз, проверка информации техперсонала. Цитата навскидку. Ил-86, бортовой номер 86064. Прогноз. Неисправность двигателя, связанная с топливом. Подтверждение информации. 20.11.91 обнаружена трещина в камере сгорания. Двигатель досрочно снят. Выводы комиссии. Привлечь экстрасенса для подобных работ и в дальнейшем. И таких документов уже целый том. Кстати, сможет ли хоть кто-нибудь вспомнить хоть один случай серьезных неполадок у самолетов этой авиакомпании? Более того, несколько лет назад с Григорием Петровичем заключен договор на диагностику самолетов президента и членов правительства Узбекистана. А недавно аналогичные договоры заключили президентские администрации еще нескольких стран. Эти сведения пока конфиденциальны, но уже известно, насколько серьезно относятся службы безопасности президентов к прогнозам, которые у рядового обывателя обычно вызывают только усмешку. Реагировали даже на слово, там, сказанное вскользь. То есть, предположим, я мог дать, ну, в частном вот конкретном случае, я дал просто прогноз, который он должен был реализоваться в будущем по, значит, ну, там, по элеронам.
самолета. А получилось так, что из-за этого прогноза, то есть не посмотрев, когда он произойдет, и просто борт остановили.